Здравствуйте, друзья! Сегодня у меня в руках вот такой вот фильтр для небольших аквариумов от 40 до 80 литров. По крайней мере, так заявляет производитель. С потреблением энергии в 5 Вт и мощностью в 600 литров в час. Ну, что хочу сказать. Во-первых, я никогда не питал особой любви к этому производителю. Он достаточно недавно появился на рынке. По крайней мере, я узнал буквально несколько лет назад о таком производителе. И в свое время я пробовал оборудование и терморегуляторы, которые, зарекомендовали себя очень и очень даже плохо, потому что непрактичные, потому что не держали температуру в нужном диапазоне и попросту вообще ломались и переставали обогревать. Поэтому сегодняшний обзор этого фильтра, возможно, будет немного предвзятым, но тем не менее. Фильтр этот достаточно бюджетный, один из самых дешевых, при том, что, например, если взять аналог Атмана в два раза, скажем, менее мощный, он по цене будет дороже, чем этот фильтр. Какой же фильтр предлагает нам Xelong за 100 гривен? Грубо говоря, ребята, это вот такая вот небольшая помпочка, почему-то оранжевого цвета. Но, честно говоря, лично мое мнение, в аквариуме это будет как просто соринка в глазу, она будет постоянно попадать на глаза. И это идет вот такие вот две кассеты. Одна из них с крупнопористой губкой, вторая чуть менее пористая губка. То есть здесь первая кассета идет крупнопористая губка, вторая идет чуть больше средней пористости, где-то так. Значит, ну и Xelong разбирается все это дело. Ну вот вы видите, да, защелки работают плохо. Вот даже защелкнуть кассету здесь не получается уже изначально. Xelong рассчитывает на то, что вот эта помпа будет протягивать воду от низу к верху. В чем я лично сомневаюсь, потому что, скорее всего, работать будет только вот эта вот первая кассета. Это работать практически не будет. И вот эта кассета будет забиваться, и, соответственно, вы ее будете постоянно промывать. Значит, разбирается все это дело вот таким вот образом. Ну, то есть, вот вы видите, да, здесь есть защелки. Боюсь, честно говоря, это открывать, потому что, ну, конструкция такая очень хрупкая. Ну, в общем, открывается вот эта вот кассета, достается губка, чистится. Ну, сказать, что это удобно, не могу, потому что, ну, лично мне это неудобно делать. И более того, я думаю, что если я раз открою эту кассету, уже назад я ее собрать не смогу. Значит, в собранном виде этот фильтр выглядит вот таким вот образом. То есть вот это вот носик вот этот не отсоединяется, он вот так вот и будет торчать. На него цепляется, чтобы вы понимали, вот такой вот шланг для обогащения воды воздухом. О боже, какое здесь качество пластмассы, посмотрите, ребята. Видите? Это ужас. Значит, вот такой вот шланг цепляется. И вот так вот цепляется крепление. Значит, очень маленькие присоски. Скорее всего, держать они этот фильтр на стекле не будут. Ну, все это дело мы посмотрим чуть позже. Так, ну и я так понимаю, здесь есть возможность прикрепить дождевалку. Как она здесь цепляется, надо еще разобраться. Значит, сама дождевалка вот такая вот. То есть все это собирается вот таким вот образом. Ну, есть возможность, как видите, да, регулировки подачи воды, то есть вверх-вниз в стороны, и, соответственно,
вот таким вот образом это все сюда надевается. Вот, вот примерно вот так вот. То есть можно направлять, можно повыше, пониже сделать все это дело, но ходит это все достаточно туго. Вот таким вот образом. Господи. Вот. При желании, если мы используем дождевалку, можно заглушить это отверстие. Заглушка заходит неплотно, она будет вываливаться по-любому. Ну и или, если мы используем вот это отверстие, то заглушить можно это. Значит, кассета держится, как вы видите, ну так себе, да. Ну, учитывая то, что все-таки фильтр маленький, я думаю, что слетать она не будет. Давайте посмотрим, что здесь у нас. Значит, Xylon продумал даже здесь вот уплотнитель резиновый, для чего он здесь, непонятно. Но, скорее всего, для того, чтобы вода не просачивалась сюда, а именно и шла через вот это заборное отверстие. Ну, и здесь стоит ротор на металлической оси. То есть собирается все это дело вот таким образом. Вот так. И соответственно, ну, здесь заглушка вот сюда входит плотно. Отсюда она вываливается. И вот таким вот образом можно собрать этот фильтр. Так он выглядит. Ну, как он работает в воде, мы сейчас посмотрим. Что еще хочу сказать. Честно говоря, ну, единственное достоинство этого фильтра, наверное, только в его цене. То есть, если говорить о том, что использовать этот фильтр в аквариуме на 80 литров, как заявлено производителем, я правильно понимаю, 600 литров в час, 80 литров, то, конечно же, никакой качественной фильтрации в 80 литрах он не сделает. Если говорить об аквариуме 15-20 литров, 25, то я думаю, он вполне имеет место быть в таком аквариуме. Но единственное, мне не нравится то, как его обслуживать. Это достаточно нежные вот эти все защелки, непрактичные. Ну, давайте подключим его к сети, поставим в аквариум и посмотрим, как работает дождевалка, как работает сам фильтр. Друзья, Xylong. Ну, по сравнению с другими фильтрами, он выглядит достаточно такой крошечный, достаточно компактный, в связи с тем, что фактически сам фильтр — это одна помпа и небольшие мочалки. Но давайте попробуем все это дело погрузить в воду и посмотреть, как быстро он запустится. К моему большому удивлению, фильтр запустился практически моментально. А точнее, вообще моментально. Вот давайте повторим еще раз попытку. Раз, и все, и пошла жара. Видите сами, да? Это меня очень сильно удивило. Потому как качеством сборки я не совсем доволен. Но тем не менее, фильтр заработал очень быстро. Присоски держат по 5-бальной шкале где-то так на твердую четверочку. То есть все-таки держат они хорошо. Я думал, что держать они не будут. Но, друзья мои, я ошибся. Вот фильтр находится практически под самой поверхностью воды. И аэрация осуществляется достаточно бурно и активно. Давайте попробуем поднять этот фильтр выше и посмотреть, будет ли головка работать вне воды. Как вы видите, все отлично работает, идет подача воды, и даже вот видите, да, что, а вот отрубился. Давайте еще раз попробуем погрузить. И вот у нас с запуском получились какие-то проблемы. Запустился опять, и пробуем протестировать. Ну вот видите, какая струя у него. Не знаю, как для 80-литрового аквариума. Ну, скажу честно, для 30-50-литрового аквариума максимум такой струи хватит. Для 80-литрового аквариума, конечно, такая струя слабенькая. Теперь давайте попробуем опустить этот фильтр по максимуму и проверить, будет ли он аэрировать воду с полностью погруженным шлангом, практически полностью. Но осталось у нас сантиметров 5. И что мы видим? Аэрации нет.
Аэрация возобновилась где-то на глубине 15 сантиметров. Ну, так что, друзья мои, для аквариумов 20, 30, 50 максимум литров этот фильтр, в принципе, имеет право на жизнь. Ну, скорее даже не как фильтр, потому что я сомневаюсь, что такими вот кассетами можно что-то отфильтровать. А скорее как аэратор и для циркуляции воды. Друзья мои, еще хочется проверить этот фильтр с дождевалкой. Все-таки Xylong положил в комплектацию вот такую вот дождевалку. Значит, я заглушил основной выход. Но, правда, я не знаю, как все это будет работать, потому что все-таки выход для аэрации остается открытым. Его ничем не заглушишь. Заглушки нет, а ну, чтобы просто торчал шланг, по-моему, это бред, если он не будет ничего, никакой функции здесь исполнять, то есть аэрации все равно через дождевалку не будет. Но, тем не менее, давайте попробуем погрузить этот фильтр и... Вот, класс, ты что? Честно говоря, даже не ожидал, что будет так работать. Значит, друзья мои, на высоте 10 сантиметров над уровнем воды... Этот фильтр прекрасно работает с дождевалкой. Это, ребята, большой плюс для компании Xylong, честно говоря. Вот насколько я был разочарован в этой компании, но все-таки дождевалка в нем работает отлично. И подача воды отличная, и нигде, вот если вы заметите, нигде не подтекает ничего, то есть все работает отлично. Я думаю, что если установить вот ее вот таким вот образом, то в принципе и аэрации не надо, потому что аэрироваться вода будет с помощью течения. И вот таким вот образом. Ну, давайте попробуем прикрепить его к стенке. И отрегулировать дождевалочку. Ну вот примерно вот таким вот макаром. Сейчас чуть пониже опустим. Вот таким вот макаром. Ребята, ну все работает отлично. Не знаю, как насчет фильтрации. Смущают меня эти кассеты, конечно, фильтровочные. Но как циркулятор воды, вот эта вот помпа, этот фильтр, если можно назвать это фильтром, работает просто прекрасно. Тем более за те деньги, что он стоит, для небольшого аквариума это самое оно. Так что решать вам, думать вам, стоит ли покупать или нет. Я же в свою очередь сделал этот обзор максимально объективным. Я надеюсь, это видео вам было полезным. И если это так, ставьте пальцы и подписывайтесь на обновление канала. Всем добра, удачи, здоровья вам и вашим питомцам. До новых встреч!